Аллилуйя, слава тебе, Иисус, хвала Всевышний тебе. Такого я тебе говорю, Сын, ибо время пришло, и время это тревожно и велико. Все народы земли содрогнутся, ибо я планирую перестройку всех сил на земле, говорит Господь. Буду менять ставления царей, буду менять границы государств, ибо в том виде, которым они существуют, не могут дальше существовать, говорит Господь. Все будет изменено, впереди великие события, великие сдвижения, говорит Господь. Я говорю народу своему, приготовьтесь, дети мои, не устрашайтесь, ибо вас не коснется все это. Ибо я пришел судиться с миром и наводить порядки свои в мире. Ибо люди отошли от меня и творят бесчинство, творят все, как посчитают нужным, наводят свои порядки. Но я, говорил Господь, исправлю и наведу порядок в доме своем. Ибо земля не оставлена на произвол, как некоторые говорят, что где Бог? Почему Он не вмешивается? Так откройте свои глаза и посмотрите, как я буду вмешиваться, наводить порядок. И как я буду делать свое воздаяние. Кто делал добро и справедливость нес, и мир, тому вознам вдвойне. Так же само, кто делал беззаконие зло и сеял смерть, пожнут плоды своего, своей деятельности, говорит Господь. Сеявший ветер пожнет бурю. Да и аминь. Я говорю и исполню это. Не устрашайтесь, но положитесь на меня. Укройтесь во мне, говорит Господь. Ибо дух мой не потерял силу за 2000 лет. И как 1000 лет имел силу тогда, даже при сотворении земли, так имеет силу сейчас, говорит Господь. Будьте верны слову моему, будьте верны мне, говорит Господь, и я останусь верен вам, избавлю из любой нужды, из любой опасности, и ничто не навредит вам, только вы кройтесь во мне, говорит Господь, верьте мне, и не коснется вас эти изменения, которые я буду проводить. Также многие страшатся, и не страшитесь военных слухов, ибо войны, они будут. Но я укрою народ свой, своих верных, своих истинных, искренних, которые не меняют мои принципы, веру свою на благо мира сего, на серебро и злато, на комфорт, чтобы их тело было в тепле и уюте, сыто и накормлено. Ибо это тлен передо мною, говорит Господь, и ничто в очах моих. Но вечные принципы, которые помогают вам собирать сокровища на небесах в день онный, когда придете, открою вам двери каждому пред своей сокровищницей, и увидите, сколько вы насобирали при жизни. И это будет вам в вечности. Аминь.